Всем добрый день! Сегодня нам захотелось показать вам, как мы будем утеплять на зиму молодой наш виноград. Может быть, он и зимостойкий куст, но поскольку молодой, мы все-таки будем утеплять наши лозы. Вначале мы оборвем все листья у этого винограда. Такой еще момент, когда вы будете обрезать листья, нужно обязательно, чтобы не распространялись никакие болезни, нужно срезать, оставлять вот такие вот кончики. Вот мы обрезали все листья, наши три лозы, которые мы оставили. Мы будем сейчас их утеплять. Мы их укоротим еще. Вот так вот. Хочу обратить ваше внимание вот на привитую вот эту вот почку, вот это место. Мы должны наклонять лозу для того, чтобы утеплить ее, так, чтобы она не сломалась. И если мы будем это делать в противоположную сторону, вот здесь наша лоза сломается. Значит, мы наклоняем ее так, чтобы она не сломалась. Мы вот такую примерно под размер выкопали траншейку, подготовили белый кровной материал по размеру нашего винограда. И сейчас мы будем его закрывать. Почему мы делаем тканью? Потому что ему будет так теплее и удобнее откапывать потом его. Чтобы ему было тепло, какая у вас зима, неизвестно, но если холодно, то хорошо еще укрыть соломой. Ну вот теперь все, наш виноград к зиме готов. Главное теперь вовремя его откопать весной, чтобы он не спрел.